дорогие друзья, вот я прошу вашего внимания. Такой музыкальный еще фон. Он музыкальный, но не мешает. Я на правах хозяйки галереи «Мастер» хочу приветствовать вас на замечательной выставке. Я так понимаю, что это юбилейная выставка и целый жизненный путь вот этой прекрасной женщины, художника. Путь, я думаю, непростой, как у всех художников, но очень яркий. И вы знаете, вчера, когда монтировалась эта выставка, мои коллеги сказали очень много комплиментов в адрес тонкого мастера. Вы знаете, школа, которая принесена из Академии итальянских в наш город, она не умирает. Я думаю, что Европа уже утратила те качества, которыми обладают наши мастера. И поистине, Алла, очень высокий мастер. Искусство экслибриса почти утрачено сейчас. И очень мало кто из графиков занимается вот таким замечательным тонким. Спасибо большое. Тонким книжным экслибрисом. Поэтому, что я хочу сказать. Вам всегда будет 25, а ваши работы будут жить сотни лет. И я надеюсь, что молодые люди, которые пришли сегодня к вам на праздник, они будут гордиться вот тем, что они смогли общаться с таким удивительным художником. Такие легкие акварели, столько души, столько изящества. И даже вот в том нефе удивительные какие-то фантазии сюрреалистические. Я была потрясена. Спасибо вам большое, что вы выбрали нашу галерею. А мы счастливы, что люди могут познакомиться с вашим искусством. Поздравляем вас, спасибо. Это все душа, голова, рука, это все связано. Но и при этом вот очень интересное такое чувство цвета. И что самое главное, абсолютно такая самобытность, узнаваемость работ. Я вам расскажу смешной случай. Я написала, обычно когда пишу, я прошу мужа почитать. Ну, потому что в первый момент вообще не видишь своих текстов. И он прочитал и сказал, вообще не понял, почему ты мне не показала художник своей работы. Я говорю, ну как же, мы же были с тобой, вот была акварельная выставка, я тебе показывала, он говорит, вот ты так хорошо написала, а работу мне не показала. Потому что действительно, каждая грань дала Аллы, она очень интересна. И вот бывает легкость, когда это просто легкость, воздушность, и за ней нет глубины. Это тоже по-своему неплохо, наверное, да? Но в данном случае при вот такой светлой, такой палитре душевной, которая отражается в работах, а очень глубокий человек. И вот в Ахматовском цикле, например, конечно, мы это все видим. И вообще, мне кажется, что редкий художник сейчас может найти вот такой вот художественный язык, пластику, которая будет созвучна великим творением нашей поэзии, которое мы все знаем. Нельзя делать просто так вот, как-то грубо, неправильно, да, потому что это удар в самое сердце будет. И я хочу поздравить всех
Я думаю, что нам всем повезло, что мы знаем такого замечательного художника. Я думаю, что нам всем повезло, что мы пришли на эту выставку, потому что, ну, помимо всего прочего, все очень хорошо выглядит работа. И это большая удача для того, чтобы представить вот какой-то этап в жизни. Это очень важно, показать работу хорошо, когда есть свет, когда есть пространство, когда можно отойти, можно в разных ракурсах видеть работу. И все это, конечно, не случайно, все это потому, что Алла очень достойна этого. Так что я вас поздравляю очень с днем рождения, поздравляю вашу маму с замечательной дочерью, таким состоявшимся мастером, художником. Я поздравляю всех вас. Это наш художник из общества аквалилистов, член Союза художников Юрий Брехов, исключительный художник, замечательный. Ну, пару слов. Ну что сказать, спасибо за приглашение, потому что здесь ты раскрылась в полном объеме уже. И персональные выставки всегда очень ответственные, потому что нужно очень хорошо организовать здесь, в этом зале. Ну и здесь, поэтому, вот я видел их с Ливрис, график, посещение различных стран. Вот. Ну что сказать, что у нас будет выставка общества аквалистов в конюшне в ноябре месяце, чтобы все знали. Конечно, это не Суповский дворец, но там интересный сам объект, потому что есть дуги из-под лошадей расписанные такие, ну и зал довольно-таки комфортный. Будет в ноябре месяце, наверное, выступать. Ну, а общество аквалистов, если коротко сказать, оно было организовано вновь Яковой Раскиной в 1998 году того столетия. Вот. А так она была создана еще в 1887 году, да, при царе еще. Но потом после революции она исчезла. Ну, сейчас возглавляет общество это Озерова и Шевчева. Ну, мы видим вот здесь на экране Шевчева, представителя. Вот такая история. Потом еще в обществе аквариалистов, вот все знают, вот ездит Лика Калинина и Васильева, вот она ездит, вот тут много присутствует. Это мы ездим на Выборг, в Арт-Нуво, и у нас потом отчет есть. Ну, опять-таки, конюшни бывают, и другие места, где тебе особо не приходится много платить. За зал у нас в Союзе очень большой проект, поэтому мы предпочитаем более-менее такие комфортные обстановки. Не будем об этом. Ну, вообще, я тебя поздравляю. Много говорить не буду. Итак, господа, я только два слова, что все, кто пришел, я вас всех очень люблю. Всем благодарна. Если начать перечислять, мы не закончим, честное слово. Всем в глаза посмотрю, лично все скажу. Очень люблю, ценю дружбу с вами. Вы мои дорогие, любимые. Вот ваша вся моя жизнь, вот это вот все вы. Лично. Кусочек можете отрезать, да. На память кому-то. А как же? Выступающий. Юля, за ней клеточку, мы ее будем рвать на части. Спасибо большое. Мы можем брать. Все, мы отстояли. Мы держали, а ты... У нее уже есть один.